март месяц, пятница. Во многих странах и в некоторых племенах этот день считается несчастливым. В дружественной стране Франции этот пятница 13 считается одним из самых счастливых дней. Я думаю, что сегодняшний день для Кировоградского региона, для Государственной летной академии Украинка, всех из всех воздушных судов, на которых в ближайшем будущем мы собираемся учить. Значит, я еще раз повторяю, это первая ласточка. Всего мы должны получить еще 10, в общей сложности 10 таких самолетов, это 20. И один самолет более крупный, самолет ТВС-2. Я считаю, что это будет начало нашего.